Доброе утро, мои любимые. 7 часов утра. Сижу на лавочке. А здесь, смотрите, эти чешки вчерашние. Привет, привет. Доброе божественное утро. Новгородское. Вот. Сразу же, знаете, такое чувство. Вот как будто бы символ какой-то чистоты, легкости, как будто бы знак на какие-то праведные пути. Вот я не знаю, у меня такое чувство. Кто-то может подумать, о, пора на танцы или на какую-то там гимнастику или на что-то. А у меня вот такие вот приходят осознания. Так тихо на улице. Времени ровно 7 утра. Жизнь происходит. Моя подружка вышла. Всегда в красной курточке, сегодня в коричневой. А я пью черноплодную рябину. Очень вкусно. И пришел мой апельсинчик. Апельсинчик, привет! Доброе утро! Темно, поэтому не резко снимает. Вы уж не ругайте меня, мои любимые. Кисонька, ты кушать хочешь? Кисонька! Кисуня! Не ходи на дорогу, там машины. Эй! Не слушает. Пошел на дорогу. Снимай резко, Люся, пожалуйста. Я уснула в 1 ночи, просто вырубилась без задних ног и без передних. И проснулась в 5. И такое чувство легкости вообще как огурчик. Знаете, реально выспалась. А может, мне это кажется? Все такие разные, и походки у них, вот по людям видно, что они несут с собой. Видно все их страхи, радости. Все-все-все видно. Утро начинается. Начинается.
7 утра, и еще темно. Один градус тепла, а такое чувство, что 20 мороза. Очень ручки замерзли. Такие мои любимые утренние зарисовки. Все просто происходит. Ладно, пошла за Хуритой. Она там уже сдуревает, сейчас Юльку разбудит.